Когда законная слякоть под тучи загасит свечу, и скрипы, как женщина с плачем, к мужскому прижмется к плечу. В пустой и холодной квартире, где в окна стучатся ветра, такой слышь в мотиве, чего не слышал вчера. Дороги седые от пыли, крутая волна под винтом, мы в юности трубы любили, гитару любили потом. На выцветших снимках остались черты молодого лица, а скрипка приходит под старость и будет с тобой до конца. Мне жить бы хотелось иначе, если увернуть себе вид, но скрипка все плачет и плачет, а сердце болит. Один из моих любимейших поэтов, Наума Каржаева, написавшего когда-то еще один, так сказать, как бы слепок с гениальной сферой Некрасова строчек. А я уже взял у него вот это, хотел вернуть себе. Помните, у него есть замечательные стихи о русских женщинах. Столетие промчалось и снова, как в тот незапамятный год, колено скакуа остановит, в горячую избу войдет. И жить бы хотелось иначе, надеть подвенечный наряд. На коне все скачут и скачут, а избы горят и горят.